Итак, дорогие друзья, это видео ссылка. Обратите внимание, под видео будет ссылка на статью. Я написал статью «Блокчейн наступает лавиной». Здесь все мои доводы можно почитать. Писал я для ребят школы. Значит, коротко расскажу видео, о чем статья. Вы почитаете. В Беларуси уже принят закон. Я написал еще, почему он будет о смарт-картах. То есть сегодня белорусы могут делать уже с 1 января 2018 года, будет уже вступить в силу, будет делать любые приложения с блокчейн. Почему в России я написал? Далее я привел все доводы, разъяснил уже, разложил по элементам. Смысл в чем? Что вы заметили, как в интернет развиваются технологии? Сначала медленно, а потом бац, семимильными шагами. Сегодня на Западе, когда набираешь 67 миллионов на конец 2017 года, у нас там 140 тысяч. Но это пока, ребята, не спите. Все началось. Вы отследили, когда начался этот бум? Я отследил. Почему? Потому что я давно наблюдаю за этим рынком и теперь понимаю, медлить нельзя, ни секунды. Так вот, парень с русскими корнями, Виталик Бутерин, бросил обучение, послушал отца-программиста и сел за создание эфириума. Его задача была... Оставьте сейчас криптовалюту вообще, оставьте биткоин, вообще оставьте. Его задача была создать программное обеспечение, и он его создал. Они собрали программистов, написали несколько языков, написали библиотеки под Java, Python, Kotlin, свою библиотеку. В общем, создали как... Python, по типу Python язык, ну полностью синтаксис Python, поэтому те, кто изучает Serpent язык и многое другое. И сразу стал бум, пошли развиваться на вершине этого Ethereum программного обеспечения, фреймворки. Сегодня, по крайней мере, два огромнейших, это Corda, и я там дал ссылки. Обратите внимание, и вы спросите, а при чем здесь Kotlin? Ребят, ну разуйте, пожалуйста, глаза. Ну что у человека под рукой? Телефон, планшет, он всегда. Если теперь подумайте над таким моментом. Хорошо, телефон, планшет. Значит, если сделать приложение с технологией блокчейн, то где человек им будет заниматься больше и плодотворнее? Конечно же, в планшете, в телефоне. Прочитайте здесь. И план школы, соответственно, с этим выстроил. Почему? Потому что, как вы видите, очень подробное изучение. Kotlin с нуля, Android Studio, API Android, практическое применение Kotlin, тестирование на эмуляторе, выгрузка и плюс технология блокчейн. Нельзя терять ни минуты. В общем, прочитайте статью. Я надеюсь, она вам поможет. Важно быть в струе времени. Вот я сидел, раздумывал, подошла жена и говорит, ну, что зачем ты так стараешься? У тебя пошла новая аудитория на этот сайт. Я говорю, нет. Вот если был человек в 2009 году, который бы мне разъяснил, что бери и покупай биткоин по 0,03 цента, мы бы сейчас были миллионерами. Но тогда такого человека не нашлось, все было смутно, непонятно. Но сейчас-то что сидеть? Я вот ни хрена не понимаю. Блокчейн, эксперты сравнивают с открытием интернета, ребят. Подумайте, вот каждый из вас сейчас находится в интернет. Блокчейн ставит на один ряд с открытием интернета. Что еще ставили так? Что? Ничего вы не вспомните, чтобы сравнивали с открытием интернета. И она, эта технология, входит. Отвяжитесь.
от биткоина. Это технология, как варка стали. Обычная, вот со стали, что со стали делать может только одно, пожалуйста себе, и детали для автомобиля, и забор делай, все что угодно. Технология. Поэтому дальше я вам дал складывать 2 плюс 2. И причем здесь мобильные приложения. Ребят, почитайте, подумайте и задайте себе вопрос. Потому что вот человек занимается, да, программированием. Зачем ты занимаешься программированием? Спросите себя, человек за монитором с той стороны, спроси себя, зачем я занимаюсь программированием? Тебе интересно? Тогда извини меня. А нехрен в магазин заходить и говорить, нету денег. Сделай программирование своей работой. Если ты смотришь это видео, если ты посещаешь сайты программирования, то что? Правильно. Надо стремиться сделать программирование своей работой. Тогда и работать не надо. Будешь заниматься любимым делом. Но вопрос. Есть струя времени. Ребята, вот блокчейн наступает. Вы что, будете смотреть? Вот вам ответ, почему нету денег. Потому что все смотрите, смотрите. Вот я не смотрю. Я тоже смотрел. Я смотрел несколько лет за блокчейн. Сначала смутно понимая, но сейчас собрал информацию, поэтому и пишу такие статьи, где есть выводы. Смотрел за языком Kotlin, как он развивался. Но когда Google его принял официально, и я понял, мне надо полные средства разработки. Ребята, откройте глаза. Это, понимаете, сейчас искренне, именно к начинающим программистам. Почему? Потому что ваша задача быть в струе времени. Тогда вы поможете и себе, и людям. И будет и радость от того, что ваш труд нужен. И будут и деньги, потому что эти технологии будут в ближайшие годы очень сильно востребованы. И тогда к вам вопрос. Когда вы собираетесь учиться? Ну, сейчас отвечаем, сидим и отвечаем. Когда я собираюсь изучать технологии? Так вот, изучать эти технологии надо, я вам скажу, когда. Вчера. Не теряем ни минуты, читаем статью и потом благодарим Бовсуновского, что натолкнул на эту мысль. Не забываем упомянуть, где узнали. Спасибо. Может быть, грубовато, но просто это мои мысли. Вы можете читать, не читать, игнорировать. Вот зима, допустим, да, на дворе. Мы можем любить или не любить снег. Он есть, и мы вынуждены одеваться тепло. Так вот, технология блокчейн вступает в нашу жизнь. Нам нравится, это не нравится. Мы можем ее либо игнорировать, либо, вариант 2, начать принять участие и стать активным разработчиком программного обеспечения. Но ведь, если вы посмотрите план, изучить надо немало. Нужно немало изучить. Когда приступать? Спокойно, шаг за шагом, пока она там, бум, это придет, мы все это дело выучим и будем уже в струе. Извините, никому не хотел нагрубить, но хотелось донести. Потому что когда говоришь спокойно, да, вот ребята все послушали и забыли. Я думаю, сейчас вы не останетесь равнодушны. Почитайте эту статью. Она в описании видео. Из статьи выпишите мысли. Походите по интернету, поищите. Доказывать-то ничего не надо. Откройте глаза. Ребят, нельзя терять времени. Нельзя. Изучение начать нужно вчера. Хотя, вот на вас, грубо говоря, поругался, а сам тоже я несколько месяцев, я давно знал, но несколько месяцев для себя собирал. И теперь как танк, как пошел, и чем дальше, тем больше
просто кайф ловлю. Я просто понимаю, что сейчас я иду в струе времени. Это главное для программиста. Это главное, ребята. Все, молодцы, спасибо. Сайт spb-tut.kotlin. lang.spb-tut.ru. В описании видео он есть. Успехов!